31 декабря художественная галерея выйдет в онлайн, чтобы накануне праздника создать со всеми желающими елочные украшения. Мастерская «Полосатый Новый год» начнет свою работу в 10 утра на площадках ВКонтакте, Фейсбука и Инстаграма. А с 3 по 9 января саровчан ждут на традиционные каникулы в художественной галерее. Художественная галерея всегда готовит к зимним каникулам особенную программу. Так происходит и в этот раз. У нас 6 дней, мы работаем в каникулы, и все эти 6 дней с 10 до 16 часов будут заполнены событиями, на которые мы приглашаем и детей, и взрослых. Каждый день в художественной галерее гостей ждет что-то новое и интересное. Познавательные занятия, тематические творческие мастерские, фильмы и мультфильмы для детей разного возраста, а также экскурсии по выставкам, художники Сарова и воспоминания, мифы и сны. В 12 часов наша традиционная творческая мастерская, которая каждый день будет посвящена новой теме. Ну, конечно, это все связано с Новым годом. Мы будем делать пингвинов, тигров, разные новогодние подарки. Будет у нас творческая мастерская для детей постарше, для среднего и старшего звена школьного. И мы займемся линогравюрой, печатной техникой. Из-за пандемии коронавируса в художественной галерее действуют ограничения. Например, посмотреть кино смогут не более 88 человек за один сеанс. На экскурсии, занятия и творческие мастерские нужно предварительно записаться по телефонам 702-87 или 702-94. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.